Приветствую всех на канале Program Fix, у микрофона Нетли. В этом видео я хочу рассказать вам о паке крутых анимаций для Adobe Premiere Pro. Погнали! Для того, чтобы установить данный пак, нам нужно перейти по ссылке в описании под этим видео на Google Диск и скачать архив с нужными нам файлами. Далее, как мы сделали все вышеперечисленное, мы открываем папку с нужными нам файлами. В открывшемся окне мы видим 4 папки. Первая папка — это Premiere Pro Template. Там находятся MoGurt файлы для самого Adobe Premiere Pro. Также вторая папка — это Tutorial. Там находятся 3 туториала о том, как правильно установить в Premiere Pro, как правильно пользоваться и так далее. Также мы видим папку Element Preview Library. Там находятся гифки, нужные для правильной работы пака. И также папка Font. Там находятся все шрифты для данных анимаций. Первым делом мы открываем папку Font. У нас открылась папка Font. Мы нажимаем комбинацию клавиш Ctrl плюс A и нажимаем установить. Далее, как мы установили все шрифты, мы переходим обратно в YouTube Library и открываем папку Premiere Pro Template. Здесь мы уже выбираем для версии CC 2017-18, либо же до 19 и дальнейших версий. Я выберу CC 2019. Мы ее копируем. Далее открываем поисковую строку Windows и пишем здесь процент апдата процент. Нажимаем Enter. Далее переходим по пути Adobe Come on, Motion Graphic Templates. И сюда вставляем скопированную нами папку. Далее мы можем все закрывать и открывать Adobe Premiere Pro. После того, как у нас запустился Adobe Premiere Pro, мы создаем, либо же запускаем любой проект, в котором будем использовать данные анимации. Далее, как у нас открылся проект, мы переходим в Window Essential Graphics. В открывшемся окне Essential Graphics в поисковой строке вводим Above. И здесь мы видим все анимации, которые присутствуют в данном паке. Это очень крутые анимации текста. Также callouts, comment, flat openers, также анимации подписки на Instagram, на YouTube, также glitch, lover search, information, link, lover search, openers, shapes, а также subscribe, title и типография. Например, я хочу сделать opener для своего видео. Я просто ввожу после надписи above opener. Далее выбираю понравившийся opener. Мне понравился opener под цифрой 7. Я просто зажимаю его и переношу на таймлайн. Он у меня подгружается. Далее мне не нужен настолько длинный opener. Я перевожу курсор на 6 секунд. Нажимаю на анимацию. Далее нажимаю клавишу R на клавиатуре. И переношу курсор к краю анимации. И веду его к 6 секундам. Вот наш opener длится 6 секунд. Теперь я могу изменить в нем текст и цвета. Для этого мы нажимаем Text Setting и меняем его полностью под себя. Ну и вот, я изменил текст. Далее я могу изменить в нем цвета. Для этого я перехожу в Color Setting и меняю полностью под себя. Также я добавлю сюда какой-либо фон. Ну и вот такой opener у меня получился. Теперь я хочу попробовать что-то из крутых градиентных текстов. Мне понравилась данная анимация. Я беру, зажимаю и переношу ее на таймлайн. Вот так выглядит данная анимация. Теперь нужно нажать на нее один раз. У нас открывается окно настройки. Здесь мы можем поменять цвета и текст также. Но цвет я в этот раз не буду менять, я поменяю только текст. Например, слово Levis я поменяю на слово Like. Clean поменяю на слово End. Visual Manager поменяю на слово Subscribe. Также немного смещу слово Subscribe. И укорочу данную анимацию. И теперь смотрим, что у нас получилось. Like and subscribe. Думаю, получилось круто. Ну а я надеюсь, вам это видео понравилось. Вы, конечно же, поставите лайк, подпишитесь на канал, не забывайте про колокольчик, также оставляйте свои божественные комментарии. Надеюсь, я больше не буду пропадать на такие долгие сроки. Всем еще раз спасибо и всем пока.